В специализированном межрайонном суде по уголовным делам начались предварительные слушания по делу об убийстве известного спортсмена 18-летнего Даулета Хайрулы. Напомним, что преступление, потрясшее весь город, произошло 4 февраля. На дне рождения знакомой девушки произошел конфликт, приведший к применению огнестрельного оружия. Даулет получил при этом смертельное ранение. По делу был установлен и задержан подозреваемый, в отношении которого возбуждено уголовное дело по 4 статьям. У здания суда сегодня собрались родные и близкие убитого молодого человека. Внутрь пустили только одну родственницу. Присутствующие вспоминали Даулета и его спортивные успехи, к которым он шел долгие годы. Если говорить о Даулете, он очень яркий, очень, очень лучезарный человек. Он никогда в жизни даже муху не обидит. Он до такой степени позитивный человек, вот, что вот даже когда ты плачешь, он, когда ты просто без настроения, он любым методом поднимет тебе настроение. Он себе поставил цель на жизнь, и он по этой цели шел. Даулет был нашим воспитанником, занимался у нас, начиная с 11 лет. Пришел к нам таким хилым, не очень уверенным. В дальнейшем проявил себя очень хорошо. Был честный, справедливый. В плане тренировок был дисциплинированный. Никогда не пропускал, никогда не опаздывал на занятия. Пользовался авторитетом среди своих одноклубников. Очень большая потеря для всех нас, для федерации, для меня. Я хочу только справедливого наказания, чтобы все было по закону и только справедливого наказания. Больше ничего я не хочу.